Так, ну это еще одно чудо изобретение, которое у меня тут завалялось и которое я решил пустить в ход. Это тачка, знаете, да, это для перевозки поддонов, ну, груженных поддонов именно. Она у меня лопнул домкрат, там что-то с ним произошло. Ну, а вот колеса эти остались, и я решил приспособить их вполне нужное, даже очень, для меня очень нужное русло. Я из этих колесиков сделаю тачку для перевозки пустых баллонов. Как я говорю, пустых, для перевозки кислородных и углекислотных баллонов. Вот. Сделать я хочу в таком плане, чтобы на эту тележку ложился баллон вместе с полуавтоматом, можно было перевозить одновременно. Вот в таком плане, потому как в другой раз или из гаража надо вывести, или к верстаку подвести, или к автомобилю где-то что-то прихватить и таскать баллон, ну никак не хочется. Это адские тяжелые вещи. И одному непосильно это. И все-таки первым, к чему я пришел, что мне более нужно, это все-таки эта тачка. Поэтому, потому что в ближайшее время я буду варить автомобиль. Поэтому таскать баллон, спасибо, мне не очень-то и хочется. Так, ну я одной рукой держу камеру, второй разбираю. Так, взяли ось, сняли. Теперь мы ее разрежем напополам. Эти колеса. Они на подшипниках. Вечные колеса, как говорится. И здесь вставим эти колеса потом в трубу, таким образом раздвинув колею. Вот здесь вот видно, да, что оно здесь вот так вот получается. Но довольно плотно здесь вот везде сидит, обварить можно. Но эта часть, я думаю, здесь вполне достаточно будет прочности для удержания. Ну, вот такой ширины. Потом я объясню немножко, для чего я сделал такую широкую ее, эту тележку. Ну вот у нас и вышла основа для нашего скейтборда для баллонов, скажем так. Значит, обварил я здесь, видно, да? Хватит здесь этой прочности за гланды. Ставить я ее буду вот так. Не вот так, а вот так. Вот. Далее размечаем. Здесь я уже две отрезал, такие, как нам нужны. И отрезаем. Так. Это у нас получается. Ага, вот это. Нам нужно сварить вот такую штуку где-то. После обварки вот мы получаем такую конструкцию. Почему она, ну вот так вот оно получается. Почему она такая высокая, об этом вы узнаете чуть-чуть позже. Далее я отрезал точно такой же длины и приварил сюда. Вот к этой квадратной трубе. И сейчас эту трубу сварю с тем основанием. И получили вот такую вот тележку. С этой стороны
будет крепление для баллона, углекислота либо кислород. Здесь под пропан, либо под полуавтомат. В зависимости от того, возможность будет ставить и то, и другое. Сделано так, чтобы баллон в таком вот, то есть подкатил, поставил, и оно стоит. То есть середина отрегулирована так, чтобы низ перевешивал частично всю эту конструкцию, чтобы она устойчиво стояла. Ну, это потом поставим баллон, я покажу. Сейчас еще нужно усилить всю эту конструкцию, отсюда до низа приварить тягу. Потому как баллон весит немало, поэтому сейчас приварим. Далее изготавливаем из уголка. У меня, видите, одно ребро больше, второе меньше. Вот такой вот ограничитель. Это нужно для того, чтобы баллон не сползал вниз, а как бы держался здесь. И привариваем его. Ну вот уже почти практически готовое. Значит, здесь что нам осталось? Здесь вот нам осталось, вот она будет в таком положении находиться. Здесь мы сейчас установим, сделаем площадку вот так вот под полуавтомат. Сюда будет ставиться полуавтомат. С этой стороны будет углекислотный баллон. Вот здесь вот лежать. То есть эта площадка не будет мешать тогда, когда сюда нужно будет положить кислород и пропан. То есть оно будет идти вот так вот. При транспортировке, конечно, полуавтомат будет иметь немножко наклонное положение. То есть оно видно, да, но я не вижу ничего страшного здесь. При установке положения вот сварки он будет принимать вот такое положение. И отсюда будут уже у нас, то есть эти подключения. К этой, здесь только по краям мы поставим ограничители, чтобы баллон у нас не скатывался, то есть ложился плотно. Здесь ограничители под пропановый баллон будут, а здесь под кислородный. Ну, сейчас я сделаю площадку под полуавтомат, сварю, и в принципе вся конструкция уже, ну и ограничители уже для первичного использования можно будет опробовать. Ну, вот такое вот мы устройство получили, почти что готовое на выходе. Я уже опорные эти, потом в результате сделаю таким полукругом под лежаки, под баллон. И здесь, сейчас просто хочу испытать, вдруг что-то придется переделывать. Здесь место под полуавтомат, ну и здесь же тоже лежаки под пропан сделаю. Так, здесь не будет лежака, а здесь будет один лежак под пропан, а здесь уже будут два лежака под кислородный баллон. Сейчас пойду положу углекислотный баллон, поставлю сюда полуавтомат. Это приварю просто так пока, опоры, чтобы не выкачивался. Исключительно для того, чтобы испытать. Сейчас положу, потом будет видно. Потом покажу, как это все будет выглядеть. Ну, а тут останется нам только ручку уже приделать какую-нибудь. Так, ну, баллон с углекислотой лежит. В принципе, теперь его возить не сложно. Вот как бы. Сейчас поставим полуавтомат. Ну, вот как-то так эта вся телега выглядит. Ну, и теперь можно бегать с ней вокруг машины. Опа! Смотрите, держу одной рукой и поехали. Внушительный. Весит вся эта штука. Баллон, аппарат, довольно много. Но я вам скажу, что делать, в принципе, транспортировать теперь всю эту кучу очень легко. Раз. И вперед.
Ну, как-то так. Ну, остается по мелочам здесь добавить. Того всего, как говорится. И все, в принципе, готовая таратайка. А мне одному таскать кислородный баллон или углекислоты. Это адски. Это я его катал, перетаскивал. Ой, это адски. Так, ну что, всем пока.